Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 15, вопрос 2949. Чем же все-таки конкретно вызвано такое агрессивное отношение к вам епископата священников? На каждое ваше выступление в прессе или по радио они взрываются, мешают вам вести проповедь, занятия. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я не всегда сразу про это узнаю и пропускаю многое мимо, но когда они трогают догматы веры, тут я вынужден переспросить. Люди видят епископов в окружении их оруженосцев, и подьяконов, чтецов с репидами, с хоругвами, орленцами, жезлами на подачу. Жезлами на подачу. А вот отдельно взятый каждый епископ, без этих привесков и навешанных святых тряпок, цветастых шапок и крестов с панагиями, он же пугалом будет выглядеть в лесу, когда тебе с ним нужно огребать каждую лисину и пилить под корень дерева, разделывать его, тащить на дорогу по глубокому снегу. Они же гнилые бревна из себя представлять будут. Да поговорить с ними просто по душам нельзя. У них глубинное в мозговом центре повреждение, боязнь. Они боятся что-то свое сказать. Они внутри себя имеют несколько цензоров. Из органов слежения, от вышестоящих, от послушников. Они не могут раскрыть данные им от Бога таланты. Они потому такие однополо бесцветные браки имеют с немощью своей. Если есть чуть выделяющиеся из толпы, то их в кавычках выделение за счет того, что они уже имели в миру. А вот так, чтобы от водительства Духа Святого раскрыт был апостольский талант, этого можешь и за всю жизнь не найти. А вот когда умрет укодивший всем, тогда другие мудрецы в клобуках черных начнут миф о нем расписывать, как он от детства возлюбил уединение, бисердевство. Они видят мир одномерным, власть мирская за них, им дай шикарный храм, торговля, много людей, огромный доход, пышные богослужения, торжественные выходы к народу, толпа прислужников. Но вытряхни его снова, перемена из этого помпезного, комфортного действа. Он же, растерянный и жалкий, будет стоять посреди пустыря. Он не знает, как без всего себя обиходить. Как, имея только любящее Христа сердце, с нуля начать создавать семью, общину? И потому, когда они видят, что я тружусь без всех этих наворотов от власти, они инстинктивно чувствуют во мне угрозу и начинают лаять на меня, как говорил протопоп Аввакум. Они постоянно пестуют подпитку, что без них небо всем смертным закрыто. Потому видят вокруг себя только склоненные, жаждущие их благословения спины неравных им. Римлянам 8:36. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Апостол писал же 1 Коринфянам 4:8. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. К тому, кто власть имеет умерщвлять, на расстояние плевка не покусись, на то она и есть шальная власть. Не воскрешать, а укорачивать нам жизнь. С богатым тоже не стремись брататься,
доколе не узнаешь, чем он дышит. Ведь в большинстве своем они страшнее татей. Им так легко столкнуть любого с крыши. Да, кстати, вспомнилось о крыше невзначай. Перила поспеши на ней приладить. И об опасности негоже умолчать. Они в раскрытой яме и на крыше сзади. Где чуть не досмотрел, попятился чуть-чуть, а человек не птица, кувыркнешься. Не удержать за бороду, за чуб, костлявая уже стучится в гости. Наедине с певицей не сиди, отнюдь не покусись плениться пеньем. Бесперспективно станет впереди, тут часто не помогут даже деньги. Один по улицам бесцельно не броди, разглядывая праздно, что попало. Поверь, притон лишает бороды, побитым может быть чужой, можешь быть чужою палкой. Где чувства самосохранения нет, там нация, как снег, в жару истает. Не доживешь до половины лет, там голова не нужна, коль пустая. С еретиками близко не спознайся, и с коммунистом дружбу не води. Закуска волку, все ягнята, зайцы, не пей нигде отравленной воды. С молитвой, с верою, знамением осенись, сверх силы тяжестью не стоит надрываться, кульбитом так легко сорваться вниз. Падение знаем, никого не красит. 13 января 2006 год. Игнатий Лапкин. Mm-hmm.